В войсковой части 3473 новый командир. Теперь этот пост занимает Сергей Кошелев. В новой должности он принял участие в заседании антитеррористической комиссии. На повестку дня вынесли несколько вопросов. В первую очередь собравшиеся обсудили выполнение прошлых решений комиссии, в частности, меры противодействия распространению идеологии терроризма в Заречном. Все поручения ответственными выполняются постоянно. Об этом свидетельствуют подтверждающие документы, направленные в секретариат АТК. Так, департаментом образования был поручен мониторинг социальных сетей. Это происходит также постоянно. Социальные педагоги образовательных организаций ведут эту работу. Особое внимание в ходе заседания члены комиссии уделили антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения города, детально рассмотрев вопросы исправности эксплуатируемого оборудования, контролю за состоянием дежурных служб, их комплектации профессиональными кадрами и оснащению необходимой техникой, материалами, средствами связи и защиты. Руководители ресурсоснабжающих предприятий доложили о состоянии оборудования и энергосетей. Мы проложили линию и ввели ее в действие. Это на Ахуны, то есть пути эвакуации, пути подвоза со стороны города Пензы в город Заречный со стороны Ахун теперь освещены. Еще одной темой на повестке дня стала антитеррористическая защищенность гостиниц Заречного. Собравшиеся уделили особое внимание готовности обслуживающего персонала к нестандартным ситуациям. Участники заседания рассмотрели также вопрос обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов в городском стрелковом тире ДСААФ силами специализированных организаций. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».